какие современные, и все-то они знают и про еду, и про воду. Научно подкованы. Наверное, в школе хорошо учитесь. Хорошо учимся. А вы кто такая будете? Меня зовут волшебница химия. Очень полезно, особенно для детишек. А что химия делает в детском садике? Поверьте мне, у меня очень много важных вещей. Стираю белье, чищу раковины, даже микробов убиваю. А мои краски делают детские игрушки такими яркими. Хочешь, я подарю тебе яркие краски и эту детскую игрушку? Конечно, хочу. Я еще в детском садике мечтала о такой яркой игрушке. И пахнет хорошо. А разве игрушки должны иметь запах? А разве это правильно? Ой, да отстань ты, Санька. А можно мне еще эти яркие фломастеры? Конечно, можно. Вот у меня тебе совсем новые есть. А можно на них увидеть сертификат качества? Вдруг там вредные вещества? Какой нехороший мальчик. Все-то ты портишь. Ну какой тебе нужен сертификат качества? Разве не достаточно того, что мои игрушки красивые? Конечно, достаточно. Не верьте ей! Она самозванка, это я волшебница. А она вредительница. Это из-за нее в детские игрушки попадают свинец, мышьяк. Боже мой, да это же настоящий яд. Вот-вот. А еще фенол и формальгидин. А все полезное, что она рассказала, делаю я. Но ведь это опасно для здоровья, а не только для детей. И что нам с ней делать? Как от нее избавиться? Очень просто. Нужно строго придерживаться правил безопасности. И тогда химия для вас станет не врагом, а другом. А с ней я сама разберусь. Чудо свершит и спасение найдет.